Где была все это время? 20 лет, говорит, осознанно я этим занимаюсь. Обалдеть. А я тебя искал эти 20 лет, все 20 лет. Страдал. Страдал. Она молчит и прячется. Она молчит и прячется. А я думаю, все так умеют. Наконец-то я ее нашел. Вот так вот все таланты утаскивают все в гроб. Такие, лучше помру, да? Чем проявлюсь в этом таланте. Это как с этой собачонкой или котенком, вот, который пришел такой попереломанный, хромой весь. Первое время ты его жалеешь, как-то заботишься о нем. Хочешь, чтобы он восстановился, оздоровился. А потом проходит месяц, два, полгода, а он все вот такой же. И он даже о себе не думает, вот так ходит. Пожалейте меня, пожалейте меня. Что ты будешь с ним делать? Да ты будешь его постоянно пинать. Иди отсюда. Иди, умирай уже до конца. Или что? Или выздоравливай, или умирай. Что сейчас и делают все, кто на тебя смотрит? Либо ты выздоровеешь, либо умирай. Либо тебя пинать будут постоянно, чтобы... у тебя убить до конца, либо восстанавливайся. То есть определись уже, ты живой или мертвый, да? Не смотри на других, ни на мужа, ни на детей. Тебе нужно самой определиться, тебе жить или умирать. Хватит быть в этом подвешенном состоянии, да? Так же и с учениками происходит. Когда они приходят, учитель, научи меня вот этому, научи меня вот этому. Он... Да, ты принимаешь его, говоришь, давай я тебя научу. Он день не выполняет задание, два не выполняет задание, три не выполняет задание. Неделя, месяц проходит. Учитель, научи меня. А ты вот это обучился, ты вот это посмотрел, ты вот это прошел, ты вот это сделал? Нет. Ну научи меня, пожалуйста. Что ты ему скажешь? Иди к херам сам научись, а потом ко мне придешь. Ну, правильно наставник делает, конечно. Ну, так же поступается и совсем, вообще в жизни. То есть слабых убивают, сильных поощряют. И это справедливость в природе, то есть так устроена жизнь, жизнестойкость. Так же, когда яйца вылупляются, значит, если первый вылупился, птенец, он сильный. А вторые яйца, третьи, он их убивает. Mm. То есть остается один только. Вот. Поэтому качать у силу в себе надо, да? У орлов всегда один только вырастает. Mm. А все остальные три яйца... Ну а чего инвалидов-то оставлять? Они все равно же помрут, их кто-нибудь да это прикокает. Поэтому растим в себе жизнестойкость. Ты инвалид или как человек? Который сам может себя поднять. Ты докажи жизни, что ты жизнестойкий. Прояви это в действиях. По-другому не работает. Кого-то обманываешь. Вот так вот. Ну? Три недели прошло, ты начал одну рассказывать. Одну неделю не выполняешь задание. Вторую неделю не выполняешь задание. Ты вроде как ты пытаешься помочь, да, активировать этого ученика. Третью неделю не выполняет задание, придумывает, ну, может, не придумывает, а есть у него какие-то дела или что, чтобы не выполнить эти задания, да? Что учителя происходит? Он перестает давать туда энергию, он критично начинает относиться к ученику, то есть энергию он дал, а ничего не сделал. Энергию дал, ученик пообещал, но ничего не сделал. Даже вообще, не приступил к этому, да? И что он начинает делать? И что учитель начинает делать? Агрессивничать и пинать ученика, да? Чтобы тот все-таки пробился, да, туда? А что ученик видит? Что учитель агрессивный, он... Меня бьет учитель! Он бьет, и что в итоге получается? Учитель плохой! Учитель плохой. Пойду я к другому ласковому. То, что ученик 3 недели ничего не делал, это как? И пинает его для того, чтобы тот прошел вперед.
Ну, в общем, это неадекватно получается. Он не, ну, не осознает этого. Что тренер это и учитель делает из любви. Интересно. Так что делать-то тем, которые так и сидят? Принимать пинки и лететь вперед? Выходить из этого? Да, если учитель, то надо просто... Как? Давайте регламент. Выполнишь, работаем. Не выполнишь, не работаем. Ну, просто освободить территорию, что? Не надо занимать либо свое время. Просто даешь задание, и все. Новую энергию туда уже практически не даешь. Угу. Понятно. А может, он пришел за пинками, ему нравится, чтобы его тут садомазу устраивали. Пускай идет туда, где пинают сразу. К нам нельзя таким? Мы с такой не делаем? Ну такое? Или делать запрос, попинайте меня, пожалуйста. Ага, просить то об этом. То есть говорить прямо. А не так, что типа меня тут убивают и насилуют. А то, что с тобой везде так делали, потому что ты этого просил, они это не понимают, да? Вот так вот жертвами поступают. И с теми, кто не делает. Произошла такая распаковка интересного моего таланта, как выяснилось. Это касается моих сновидений. Каждый человек за всю свою жизнь наверняка видит сотни сновидений. Но что это такое и как это работает, до конца не изучено. Так вот, я являюсь экспертом в мире снов. Признала она, признала. Вот. А что я хотел сказать? Сколько она лет разбирается во снах? 20 лет, как мы выяснили. Вот мы выяснили, что вот этот эксперт снов разбирается в этом 20 лет. Ты был у многих специалистов по снам, да? Я был у... Ну как, я просто с ними знаком. Знаком с ними. Я просто с ними знаком, я не был у них. То есть... Сколько нужно дорог пройти, да? Сколько жизней прожить, чтобы собрать тот опыт, который она собрала? Ведь она ходила на другие какие-то консультации по снам, чтобы собрать эту всю систему, которая у нее есть по снам. И вот так же... Каждый человек, кто прожил 40 лет, у него какой-то есть драгоценный охеренно опыт. Большой опыт, который он прошел за все эти 40 лет. Уникальный. Но они это делают для чего? Чисто для себя, милого. И все. Такой, никому не дам. А... И Стане так же было. И они что делают? Они ходят к таким же экспертам, которые всю жизнь собирали, но они что добавляют к этому? Они начинают делиться этим с людьми. Помогают другим и помогают себе тогда. И вот такие вот люди, которые все себе собирают эту информацию и никому не отдают. Но они ходят к другим экспертам, которые им это дают. Спрашивается, для чего они это все собирают и не делятся. Почему они своим не делятся? Изобилием, да? Своим изобилием. Из-за того, что людей закрывают, забивают и говорят, ты куда лезешь, зачем тебе это, у тебя короткий путь. Родился, поработал, на пенсия и умер. Все. Ничего после себя оставлять нельзя, только себе. Сегодня Татьяна испугала, что мы у нее собрались учиться. Почему мы учимся у учеников? Ну, это вот про экспертность ее. Потому что мы хотим еще улучшить свою экспертность. За счет знаний других людей, которые уже 20-30 лет собирают это. Сколько нам нужно пройти, чтобы это вообще создать, да, для себя? Это сколько базу? Жизней надо прожить, чтобы все это приобрести? А не проще ли сходить вот к таким экспертам, которые уже 20 лет этим занимаются? И они сократят. И за месяц, да? Они расскажут весь 40-летний, 20-летний опыт.
и смогут привести тебя из точки А в точку Б за очень короткий срок. Да, может, даже не за месяц, за неделю, за две. Или как мы-то с тобой, они, да, там за одну сессию. За видеозаписи, которые ты можешь изучать годами, да, и можешь за неделю. Или упаковать все как на флешке опыт и передать это вообще одним пакетом, как мы делаем на энергомассаже, например. Почему это не делает никто другие? Ну, практически никто так не делает. Потому что они не знают, что так можно сделать. А если ты сделал, то что? Для чего сейчас Татьяна это делает? Для чего она делает? Для чего? Потому что она поняла, что это ценно. Нет, она же умирает. Ну, то есть умирающее такое состояние. Жесткий кризис. Мы ей еще сказали, что будешь это делать, исцелишься. Важно отдавать это. То, в чем у тебя с этим грузом изобилие. Уходишь ко дну. Не исполняешь, не делаешь это, не делишься тем, чем ты богата. Ну, зачем ты здесь тогда же живешь? Пользы от тебя нету для природы, значит, умираешь. Вот такая история, поэтому мы учимся у наших учеников. И собираем таких драгоценных людей, у которых есть уникальность. И Владимир сейчас по сновидениям как раз проработка у тебя, да? Ну как проработка? Я просто задумался, почему я сны вижу. Ну, я знаю, помню, что вижу. Но я их не помню. Даже не могу зацепиться за что-то. Вообще, вот они как будто есть. Они вот там есть, но я их не вижу. У меня какая-то крышка, то ли что там стоит. Как в этот банк проникнуть? Как вот туда попасть? Да. Как убрать эту крышку? А у Татьяны как раз выстроен канал, да, сновидений? Она все видит. Из прошлого в настоящее, в будущее, как кино. Как кино смотрит. И может других сопроводить, потому что в этом глубоко разбирается. Может, я тоже как кино смотрю? Ну, не помню. Я не помню. Угу. Вот, я вижу закрытый очертания, канал. Вот как в «Матрице» вот эти буквы бегают. Да-да-да. Я вижу это все. Я вижу каждый сон. Как она говорит, у меня вот выстроенный, я не могу собрать его, выстроенный канал. То есть тебе важно выстроить канал сновидений. Это канал из прошлого, настоящего, будущего. Оно и дает целостность, кстати, в мышлении. Круто. И что, будем делать? Кому интересно следить за этим экспериментом? Ставьте лайки, будем делиться. У нас появился очень крутой эксперт. Посмотрим, какие результаты это принесет. Да. И она 20 лет молчала. И она случайно нам это в чате сказала. Просто рассказывай, что у нее происходит каждый день. Как она себя чувствует на исцеляющем курсе «Вернуть себе себя». Такие дела.